Тема нового спектакля – «Город У». Родина талантов, молодежного театра, поиск себя, своего места на земле, выбором, уехать или остаться в родном городе. Самое интересное – спектакль про Ульяновск. В его основе реальные истории людей. И он поставлен в уникальной технике, которая используется уже довольно давно в театре, в мировой практике. А в Ульяновске еще не было такого опыта. Техника называется вербатим. Это такой как бы документальный театр. То есть литературной основой постановки является не выдуманная драматургом пьеса, не выдуманные персонажи, а реальные люди. И на основе интервью реальных людей создан спектакль. Идея проекта принадлежит режиссеру Александру Лебедеву, который еще в марте прошлого года предложил поставить необычный спектакль в стиле вербатим на остро актуальную тему. Эта тема, она всегда, важна и всегда обсуждается, потому что кто-то точно говорит, надо уезжать, кто-то точно говорит, надо оставаться, и какого-то одного мнения нет, а я как человек вечно сомневающийся, я хочу разобраться в этом вопросе и, скажем так, решил этот вопрос задать в рамках театральной игры. Состав актеров тоже очень интересный и разноплановый. Роли в спектакле исполняют как начинающие актеры, студенты Ульяновского государственного университета, так и педагоги университета Валентина Осина и Дарья Долматова, актриса Ульяновского драматического театра. После спектакля любой желающий сможет высказаться на камеру и в дальнейшем даже попробовать стать участником этого спектакля. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ул-Правда ТВ.